уже поздно, все спят, и тебе пора спать. Завтра в 8 утра начнется игра, завтра солнце встанет в 8 утра. Я пою его песни и свои. Я первую песню вот выучил, просто стал петь с ним, мне ребята говорят, похоже, ты здорово очень. Я говорю, да, да. Сам еще раз спел, слушаю, да, действительно, голоса похожи. Ну, а когда он погиб, у меня просто был шок у самого еще. Я просто взял гитару и стал учиться играть. И за одну неделю я научился играть на гитаре. Первую песню, которую я заиграл, это была «Звезда по имени Солнце». У меня не получалось. Аккорды все выучил, а вокал не мог, чтобы одновременно. И мне путалось. Я целую неделю я не спал, но все-таки заиграл. И с тех пор вот каждый день 19 лет играем на гитаре. Теперь подсудный тяжелый сломал. Вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе. Тот, у кого есть хороший жизненный план, вряд ли будет думать о чем-то другом. Закончил детский дом, поехал я уже в Россию, рассчитывал, 90-й год закончил, приехал, еще то и жив был. Это я закончил, получается, в мае 90-го года, то еще жив. Я рассчитывал все, думал, поеду в Россию, попаду на его концерт, но так и не получилось. Приехал, опоздал на 2 недели, все. Я сюда, в Питер, приехал на кладбище Цоя. Сразу же. И началось там потихоньку. Но я уже так, уже умел чуть-чуть, но умел на гитаре играть. Я начал его песни учить. Уже в Москве, я только с поезда слез, уже люди, о, смотри, на Цоя похож, у меня такая шевелюра, я помню, я в кедах, август месяц был, я точно помню, это был август месяц, но был такой холод, это 90-й год, да, холодно очень было, а я в кедах, ну там, ну лето, там в Азии жара, а мы приехали, думаю, в России тоже там все жарко. Мне вот самому не удалось побывать на концертах группы Кино.
Я прозевал, можно так сказать, когда они давали тур в 90-м году. Я жил тогда в Душанбе. И знал, что они в Ташкенте выступают рядом. Но послушал взрослых ребят, которые мне сказали, что Цой к нам тоже приедет. И не поехал. И вот теперь жалею тоже, можно сказать, что кого-то послушал. Поклонником Виктора Цоя, и стилистика музыки группы Кино, стилистика текстов Виктора Цоя, она, конечно, у меня в песнях прослеживается. У вас еще очень похож голос, интонации, тембр. Ну да, и в свое время я сделал кавер на песню Виктора Цоя «Вопрос», и Марьяне Цой показалось, она посчитала, что у меня голос похож на Виктора Цоя. Мы с ней познакомились на этой почве и некоторое время плодотворно сотрудничали. Я лично не считаю, что меня очень сильно похож голос на мой голос Виктора Цоя. Скорее, тут родственность душ, потому что я рос в том же районе, где Виктор Цой, в том же Ленинграде, я подчеркну, Ленинграде, не Санкт-Петербурге. И я очень хорошо понимаю этого человека и его песни. Возможно, понимаю несколько не так, как понимают люди в России, более просто, что ли. Я вижу эти улицы, помню эти улицы, запах этих улиц, звуки этих улиц, которые вдохновляли этого человека на его песни. То есть для вас он даже больше не звезда, а вот обычный ленинградский парень? Я вообще противник идолизации Виктора Цоя. Я очень хочу, чтобы люди увидели в нем простого парня, талантливого ленинградского парня, который и в силу своего таланта, и в силу стечения обстоятельств сумел подняться до некоторых вершин.